Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня в рубрике «Полезные советы» я расскажу вам, как буквально за несколько секунд приготовить домашний разрыхлитель. Канал ВО с Юлией Ковальчук. В сухую стеклянную баночку сначала добавляю 12 чайных ложек пшеничной муки, затем добавляю 5 чайных ложек соды и 3 чайные ложки лимонной кислоты и все хорошенько перемешиваю. Накрываю банку с домашним разрыхлителем крышкой, так и храню его и использую согласно кулинарным рецептам. Я уверена, что этот домашний разрыхлитель станет для вас палочкой-выручалочкой. Меня он выручал не раз, и выпечка всегда получалась пышной. Так что пользуйтесь, буду очень рада, если мой совет кому-то поможет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всем хорошего и доброго, и до новых встреч!